Что у нас? С шорохами здесь. Так, выключаем ее. Где тут? Стоп, я не помню, да? А, вот. Еще раз глянем здесь. Ну, ролик в хорошем состоянии. Настолько простая протяжка, что честно скажу, что... Ой-ой-ой. Так. Радиатор меня смущает, да. Похоже, радиатор самодельный. Ну, не могла фирма такие вот винты присобачить. Не мало ли его, да. Самодельный радиатор. Ну, давайте попрыскаем на регулировку звука чудодейственной жидкостью. Добраться туда, ну, не так трудно там. В принципе, все открыто. Куча дырок, которые можно... Хорошо, сейчас отсоединю сеть. Так, чтобы и камера видела. Хотя бы не слепить. Так. Вот смотрите. Я лампу сейчас поближе. Вот загнем. Вот регулятор громкости. У него там есть. Он двойной. Есть куча дырочек у него там. Ну, давайте сейчас прольем. Вот он там. Так. Ну, после того, как я промыл регулятор громкости, проверим, как вот он будет работать сейчас. Сейчас найдем какую-нибудь станцию. На сегодняшний день. Станция с хрипом работает, надо смотреть, что за проблема. Но в данный момент нас громкость интересует. Как видите, хрипы, то есть трески исчезли на станции. Так, эту проблему мы тоже решили.